Жюри Европейского конкурса «Автомобиль года» объявило шорт-лист финалистов премий. В список вошли 7 машин, притом сразу 6 номинантов, 100% электромобили, включая новый Kia EV6. Корейский электрокар особенно интересен, ведь этим летом продажи модели стартовали на родине, в Южной Корее. Осенью новинка бросилась покорять старый свет, а в 2022 году EV6 появится и в России. Мы в компании Kia верим, что электрический рынок в России будет развиваться, и в конце концов у нас появится большое количество электрических машин в России. Поэтому компания Kia хочет быть одним из лидеров этого процесса и уже сейчас готова продемонстрировать свой новый автомобиль Kia EV6. В основной линейке есть 4 модификации разной мощности. К нам же, скорее всего, приедет топовая версия с 300-сильным мотором, более емким аккумулятором и приводом на 4 колеса. Паркетник Kia Niro изначально создавался как чисто зеленая модель, гамма которой состоит только из гибридных и электрических машин. Рынок принял модель тепло, так что вместо вполне логичного рестайлинга корейцы решились на полноценную смену поколений. Сохранив формат компактного кроссовера, команда Карима Хабиба сделала машину более модной. Поэтому кузов имеет контрастные вставки, а форма ходовых огней, по замыслу авторов, должна напоминать кардиограмму. Новый интерьер отчасти напоминает салон электромобиля Kia EV6. Во всяком случае, обе модели роднит двухспицевый руль, огромный тачскрин медиасистемы, фирменный пульт климатики и обширное применение экологичных материалов. Например, в отделке потолка использованы переработанные обои, а в обивке сидений — листья эвкалипта. Kia пока не приводит характеристик нового Niro, предлагая дождаться старта продаж. На рынок новинка выйдет через несколько месяцев. В первом квартале следующего года ожидаются гибридные версии, а во втором — электромобили. Компания Kia со своими партнерами инвестировала 700 миллионов евро в предприятие Ionity. Это ведущая европейская сеть сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей. Сейчас сеть Ionity насчитывает более 400 станций ультрабыстрой зарядки вдоль магистралей в 24 странах Европы. Серьезные инвестиции позволят за 4 года значительно увеличить число зарядных станций на территории Европы до 1000, а число постов — до 7000. Расширение значительно облегчит поиск ультрабыстрых зарядных постов мощностью 350 кВт. Такие установки способны подзаряжать электромобили, подобные кроссоверу Kia EV6, с 10 до 80% всего за 18 минут.